В этом сезоне я выращиваю на своем огороде 3 сорта салата. Салата у меня немного, и я его выращиваю тоже как совместную посадку. То есть вот здесь у меня салат растет, вот его скоро уже убирать. И это место будет занято вот этими вот пока еще маленькими подрастающими арбузиками. Сейчас к началу июня салат уже начинает поспевать. То есть уже можно его с успехом использовать в пищу, что мы и делаем активно. Вот это замечательный салат кучерявица детский. Ну, конечно, многие огородники его очень хорошо знают. Ну, сейчас он еще немножечко маловат, но, тем не менее, очень уже вкусный. Это очень хороший салат, урожайный, неприхотливый, вкусный. Больше про него и сказать ничего не могу. То есть очень хороший салатик. Семена салата у меня свои, никаких проблем с выращиванием семян нету. И вот этот салат у меня каждый год находит место на моем огородике. Еще второй сорт салата, который я использую в этом сезоне, это салат ореховый. Этот салат я семена покупал в магазине. Решил попробовать этот сорт, понравится он мне или нет, и, возможно, буду его использовать и дальше, если понравится. Он немножечко отстает от салата кучерявица детский, но не намного. И вот тоже его сейчас уже скоро начнем пробовать. И третий, и последний сорт салата, который я выращиваю в этом сезоне, это вот этот салатик. Это салат Азарт. У этого салата у меня закончились семена. И получилось так, что я не успел, как-то упустил вовремя заготовить своих семян этого салата. Хотя раньше они у меня были. И вот я решил, чтобы обновить как бы сорт, купил магазинные семена этого салатика, вот посеял такую маленькую грядочку, исключительно на семена. И вот здесь буду выращивать семена, и будет у меня запас семян этого салата. Это тоже очень хороший салат. Он очень напоминает салат кучерявица детский, ничем ему не уступает. Ну, может, немного отличается, но крайне незначительно. Тоже я этот салатик выращиваю каждый год. В этом году он у меня на семена. Вот такие 3 сорта салата. Кратко напомню, салат ореховый, салат кучерявица детский и салат азарт на семена я выращиваю в этом сезоне. Ну а салат — это замечательное растение, замечательная зелень, очень вкусная, очень полезная. Рекомендую всем огородникам выращивать салаты, кушать их с удовольствием. Замечательное растение салат.